На свидание Наталья Белохвостикова впервые в жизни пришла раньше мужчины. Актриса заметно взволнована, ведь встречи с этим утонченным французом она ждала долгих 30 лет. Он должен появиться здесь с минуты на минуту. Ален Делон, как всегда, сдержан и элегантен. Загадочная улыбка, мимолетный взгляд их разделяет всего несколько шагов. Но месье Делон как будто не замечает свою Натали. Состоится ли эта встреча много лет спустя? Фотовспышки слепят глаза, актер не успевает раздавать автографы. Рядом с Делоном Белохвостикова появится неожиданно. Он целует ей руку и делает многозначительный жест. Кажется, в этой суматохе знаменитый француз все-таки не узнал свою русскую подругу Натали. Эту встречу много лет спустя она представляла совсем по-другому. Актриса заметно расстроена и покидает мероприятие. Я испугалась, я убежала.